Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл, Hellgate. В общем-то, нашел я, где делается увеличение сложности. Также попробовал я мод 2038. Нет, фуфло. Он, как сказать, фуфло. Мод, идея хорошая. Вот только проблема в том, что поддержания нет никакого этого мода. Как видите, уровень сложности я поставил максимальный. Не знаю, что из этого получится. Но интересно очень попробовать. Так. Good man. Да. Че не отдаешь? Ой, я не туда пошел. Блин. Сейчас тут опять здесь дерей ждадут. Ну ладно. Да, один удар щита нету. Смотри, какая винтовочка хорошая. Снимает тут щиты. Зараза, микрит хорошо. Нет, кстати говоря, сложный уровень. Самый, друзья мои, последней сложности. Можно вполне играть, в принципе. Угу. Так, давай на этой станции. Не знаю, что это означает. Нет, я ничего не потерял со шмоток, так что все в порядке. Есть, друзья мои, вопрос, на кой черт этот дятел стоит? Я ему больше не пойду. Ни за что. Так, 104 хп. Это все прокачать по интереснее. Алло. Черт его поймешь. Столько опций, друзья, что запутаться раньше. Проще. Так. Yes. Ага. Это взял. I'm your man, sir. Roger that. Эй, тут же девочка вроде была. Ну, бедная девочка. Переросла, видно. О, да, детка. Фига, мне тут подгонов готовы дать. Хм. Почему мне эта графика напоминает Half-Life 2? Ну так, более-менее терпеть можно. Так, ладно, мне вот сюда надо, да? Вон туда еще можно и туда. Блин. Ладно, давай-ка новую сложность проверим вот на этой карте. На которой мы уже были. Хоть понять. Хотя у меня пушка в 3 раза сильнее, так что проверка будет так себе. Да как тебе сказать? Сильнее монстры, больше вещей, так что ли это понимать?
Всему да. Друзья мои, если вы не смотрели Alien Shooter, то посмотрите, как я там по бочкам люблю стрелять. Поэтому лучше их нафиг издали расстреляю. Иначе я с ними там и откопычусь. А зомбики-то продолжают ходить. Значит, тап здесь это не пауза. Да, от уровня сложности здесь вещи стали лучше падать и чаще. Это кому интересно. Я не помню, друзья мои, я когда самый первый раз не играл, но это был-то когда, ё-моё. Как, на каком уровне сложности я играл, но я помню, что вещей у меня было очень много. Так, 2.18. Изучить я это пока не могу. Извините. У меня есть винтовочка, которая меня вполне устраивает. А запчасти мне пригодятся всегда. Надо еще бэтпаков все парочку купить. Три вида оружия, конечно, можно ставить, я в курсе. Как видишь, и больше вещей падает моментально. Ну да. Выше уровень, больше вещей. Вот так и должно быть. Вот уже мне интереснее играть лично. Можно порубиться. Правда, как ее распределить в Alien Shooter? Ну, у меня пока время есть, я поиграю, мне это не сложно. Собственно, это мы проверили, друзья мои, локацию. Я на ней еще и буду ползать. То, скорее всего, уже вне записи так пофармить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот что с него выпадет, это интересно. Вы обратили внимание, что он тоже стал гораздо сильнее? А я вот обратил внимание. И сильнее, и умнее. Так, пока выживаем. Надолго ли? Теперь вопрос этот хороший, меня интересует. Потому что химки-то у меня кончаются. Прирост энергии никакого. Надо его убивать срочно. Хилка есть еще. Отлично. Держимся, держимся. Ох, ёперный ты матрешки, ни хрена себе. А вот теперь стало тяжело. Но возможно проходить. Смотри, сколько шмота там, блин. Ой, 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 ой. Правда, это не мой весь шмот. Да, confirm.
Confirm. Так, ну это не мои шмотки, которые запрещены, я их сразу разбирать буду. А вот это вот, кажется, мое. Ага. Сразу разбираем эту хрень. Так, штанишки нет, спасибо. Слушай, как много всего-то. Так, 14, это у меня уже есть. Вот этого. А, так это 13, 2. Это нафиг оно нужно. К сожалению, этой пушкой я управлять не смогу, да? Это перчатка колдуна, что ли? Я так и не понял по названию. Так. 14, 13, господи, одни и те же виды брони падают. Ну, слушай, я теперь чувствую уровень сложности, да, и уровень сложности поднялся, и лут. Это мне нравится лично. Очень сильно, а как вам лично, друзья? Так, вот блин, фак. Вот это мне не очень нравится, потому что... Я не могу это изучить. Так, вот вроде как-то ж можно делать улучшалки. Некая эссенция. Да, вот теперь я чувствую, вот это вот и есть уровень называемой сложности. Не та фигня, которая была. Чем, друзья, мы похожи Alien Shooter? И данная игра. Нет, не бочками. Ну, этим тоже. В чем основная их похожесть? Я не понял, что это за фигня? Да, конечно, тот чудик, который появился, меня удивил. По поводу того, что много серий, друзья, выходит, я не помню, говорил или нет. Просто эти игры старые, как сказать. Новые игры, там приходится снимать на очень высоком качестве. И это, считайте, 3 часа 4 теробработки у меня на компе. 2-6 часов обработки на ютубе. Это еще не считая заливки 2-3 часа, так что считайте сами. Данные игры очень просты в обработке. Так, я могу где-то хотя бы, не знаю, сложить что ли это все. Так, тут какой-нибудь торговец-то есть хотя бы? Японская блоха. Локальный телепорт. А, темплейт. Так. Нанофордж. Не, ботиночки не хочу, чтобы ты их ликвидировал. Что с этой нанофорджей делать, я понять не могу. Так. Ладно. Предположим, что я что-то понял. Не смешно. На самом деле, нифига не понял. Так, как эти исследовательские модули называются? I will adequately equip you for your adventures. Так, погоди, у меня 36, здесь уже дают 31. 31. Ты ж, мужик, что ты мне пихаешься? Ага, броньки. Ну, сомневаюсь, что мне тут что-то интересное предложат. Так, погоди-ка.
Так, хилочки у меня пока есть. Вот это что? Персонал. Листинг. Надо, короче, смотреть, что у меня нового появится, чтобы потом вычислить все-таки. Что здесь будет? Вот в чем вопрос. Давай-ка вот так вот мы сложим все аккуратненько. Блин, стакается, конечно, это хреново все. Давай лучше вот так вот сделаю. Так, чего мне не хватает? А, автоанализер. Нет, это не то. Погоди-ка. Ага. Нет, я вот сейчас юмора не понял. А сколько он стоит-то хоть? Не подходит, да? Ладно, аж потом я на запись разберусь, как тут что делать. Да ему это повесил, кто-нибудь не ответит. Куда-то прицепил. Вопрос хороший, куда? Ну я вот не знаю, стоит эту пуколку брать вообще или нет. Потратили все деньги, которых, ну ладно, фиг ты с ним. Я что, еще пособираю? Yes. Goodbye. Окей. Осталось понять, что здесь надо сделать. Давай посмотрим. Надо бы посидеть, попереводить. О, какое место. Местечко какое интересное. Привет, парни. А вы что, издеваетесь, что ли, этими демонами? Я их уже встречал. Не, ну эти слабее. Жесть-то какая. Я уже думал, эти опять на какую-то миссию левую попал. Нет, пока не могу. Почти с каждого что-нибудь падает. Ну вот это. Ух ты ж, блин, что за. Они что, после своей смерти вот такие выкидоны делают? Ну это нечестно. Знаете, вот, друзья мои, если не сказать, что это игра 2007 года, то смог бы догадаться.
принципе. Что за тварь-то такая? Бегает-то резво. И гранаты ей не нравятся. Прошу заметить. Чтобы они попадали, конечно. Ох, как хорошо зашло-то. Ой-ой-ой. Ой, как вкусно-то. Ой, мням-ням-ням. Дайте посмотреть, что нам еще тут притараканили. Тридцать четыре на разбор. Это я не могу понять, что это все вот означает. Десять девять, да? Это надо ставить. Вообще смело разобрать, нафиг оно нужно. То ж туда же. И у нас есть уже 7 этой консистенции. Так, это у нас... Ага. Надо будет попробовать, может, за мечника поиграть, посмотреть, как тут за него. Довольно-таки забавная игрушечка, я тебе скажу. О! Не пугай меня так. Вылез он, блин. Эти уже крепче становятся. И быстрее. По лестнице, правда, хреново передвигаются лошары. А так-то у них, я смотрю, все хорошо. Слышь, ты откуда здесь нарисовался? Оу. Это они кидают. Что, погоди, они сейчас кидают? Личинок каких-то? Так. Ай, ва, господи, понял. А, это... Смотри. Сам я повреждаюсь? Вообще шикарно. На безопасном расстоянии. Слушай, против толп врагов вообще такое шикарно использовалось. Блин, прям убер какое-то оружие. Меня оно не повреждает.
патроны бесконечные. Ты это сейчас видел? Я вот это вот видел. Ну как мелкий жгёт-то, смотри. Правда, переключаться, друзья мои, это жесть. По F-кам переключаться. ЕК у меня не заняты, да? Next Weapon есть какой-нибудь здесь? F1, F2. Так, погоди-ка, у меня же есть, по идее. Ага. Так, дай-ка подумать. Но на эту кнопку мне нажимать жутко неудобно. Да, на эту кнопку я нажимать сдохну. У меня, собственно, две кнопки на мыши есть, не задействованы. Как бы мне тут определить? Next Weapon. Слот Т. А, по слотам можно все разделять, да? Ну, надо будет как-нибудь пока подумать, на какие клавиши мне это все переставить. Потом посмотрю, есть ли здесь Next Weapon. Или сделать попроще. Погоди-ка. Давай реально сделаю попроще. Че у нас там? Weapon Combat 1. Комплект 1. Один это у нас будет. О. Что значит конфликт? С чем? Столько всего замешано, что ж тошнит иногда. Ну и с чем Q у нас? Актив слота 11 и 12 это Q. Е. Давай поставим F1. F2. Здесь E, здесь Q. Все, хорошо. Я никогда не видел игру, где еще есть дополнительные слота, друзья мои. Короче, третье оружие у нас будет лишним, так сказать. Будем ориентироваться
Е первое, Q у нас второе. Вот так вот. Он еще их замедляет, их ёшкин ты кот. Какая шикарная пушечка, не надо меня кушать. Невкусная. Так, погоди, куда мне тут дальше идти-то? И куда мне далее здесь идти? Слушай, наверное, все. Задание, наверное, было типа зачисти гаражные помещения. Ну, мне даже читать и переводить по-английски, честно говоря, так будем. Ну, зачистили. Я понял. А, не понял. Ты там чё, срёшь ими, что ли? На, держи. Развлекайся. Но он мне щит хорошо вырубает. Блин. Не уйдешь. На, лови. Скотина-то какая, еще и догонять, блин, надо. То есть он в невидимости, он не нападал бы на меня, так просто побегал бы. Хрена себе. Номер. Ням-ням-ням-ням-ням, давай жри быстрее это все. А, понял, понял. О, да, детка. О, детка, да. Он знал, что я хочу. Так, 5-5 разбираем. Не нужен. А, 10-9. Это я вообще не могу использовать. Так, ты иди сюда, вот ты иди сюда. И все. Что ж у вас там такое? Даже я не могу с этим ничего сделать. Так, 10-9, 10-9, да? Так. А, у него-то коричневый, смотри. Ender Time, Strange плюс 3. То есть плюс армор.
Слушай, даже не знаю. Даже, слушай, я не знаю. Пошли-ка на станцию добежим. Хватит мне тут приключений. Для меня, по-моему, это было слишком уже. Злобный боссик, злобный. Это еще не конец. Эти гиблинги, блин, меня могут сожрать. Почему их называю гиблинги? Потому что, если кто не в курсе, StarCraft разработчики с Blizzard, насколько я помню, именно и делали эту игру. Ой, как хорошо идут. Жесть, как места не хватает. Хотя это лучше не разбирать, наверное, это лучше продать, да? То есть синие шмотки, смотрю, что-то как-то... Ну вот, смотри, какие-то очки мне дают. Погоди, а когда эти шмотки разбираю, что мне еще и деньги дают? 878 чего-то там дали. 870. А, так мне еще и деньги палладий дают. Ё-моё, вообще шикарно. За разбор. Хрена себе. Халява-то такая, слушай. Я думал, как валеншутер разобрал, и пофиг, то никаких денег. Вообще и бабло дают. Так, бочки. Свободные. Так, гиблинги сдохли. Хорошо. Реально какие-то гиблинги взрывающиеся. А как еще их назвать, кстати говоря? Гиблинги, колобки, шарики. Угу, знаете, гранату в рожу. Ой, так у вас трое. Ну тогда вот так вот. Ну, тоже неплохой вариант выхода, да? Да, не орет и так. Мне не кажется, что их там много стало. И что-то я взял то, что нужно было, да? Ах ты, скотина мелкая. От зараза. Укусил все-таки меня за ягодицу. Ах. Ладно, ладно.
Ох. Я вернулся. Ты мне что ли задание давал? Ладно, пошли сначала продадимся. Ну, как сказать, продадимся. Сбагаем лишний хлам. I hope that one day this all pays off. 24. Неплохая стоимость. Вот мне не нужно тоже. Это мне не нужно. Ладненько. Что ж, друзья, буду, пожалуй, на этом я серию заканчивать. Пошли сдадим задание. Только еще что-нибудь вкусного дадут. Yes. Да. Goodbye. Опыт отдали. 250. Еще чего-то дали. Пол трейдинг, 300 стартинг. Че, погоди, еще какой-то. Ладно, друзья, я сейчас пока займусь вот с этим чудиком. Разностями. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл. Всем удачи, всем пока. И также не забывайте мой основной вопрос. Если бы я не говорил большинству, кто не знает, что это за игра, что это игра 2007 года, вы бы вообще смогли об этом догадаться? Я вот что-то лично, если сравнить с другими играми, очень, очень сильно ошибаюсь.